Вот эта монета посвящена 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. Вы видите, что на позолоченной карте, украшенной орнаментом, расположены цифры юбилейные, даты 25 лет. И внизу более мелким шрифтом начало основания этой организации и сегодняшний юбилейный год. Ну, вы видите, использована государственная символика, наш беркут, который присутствует на государственном флаге. Вот монета, посвященная 25-летию Конституции. То же самое применение позолоты на этой монете. Мы вот видим саму как бы образ Конституции в виде раскрытой книги. В центре расположен герб и орнамент. И также Национальный банк выпускает монеты из сплава Низельберг, посвященные этим двум событиям. Они упакованы в роллы, которые были очень позитивно встречены рынком, поскольку потребители такие монеты вот в такой упаковке доходят без всяких изъянов. Подписывайтесь на страницы Национального банка в соцсетях и узнавайте о новостях, о выпусках новых монет первыми.